Я же хочу спеть достаточно редко исполняемую песню. Это песня Сергея Никитина на стихи поэта Сергея Никитина. Да, у Сергея Яковлевича есть несколько песен, стихи к которым написал он сам, и это одна из них. Писалась она давно, писалась она для фильма «Москва слезам не верит». Но в фильм не вошла. А вот музыка вошла, и, ну, если вы посмотрите фильм, то, ну, не всего фильма, так сказать, музыкальная тема, но второй серии в основном это вот, вот эта музыка, которая сейчас прозвучит. Описалась она, вы помните же там, что главная героиня едет в электричке, вот, и встречает там, соответственно, Гошу. Вот. А когда электричка едет, слышно, что... объявляют, следующая станция Шарапова «Охота». Вот, и как раз про эту электричку и песня Серпухов «Москва». Поэтому представьте, вот сидит главная героиня, вот скоро, наверное, где-то там пройдет Гоша, а вот там недалеко сидит Сергей Никитин, смотрит в окно и напевает. А до станции Шарапова охота, бесконечный перегон, ни о чем не думать неохота. От того лишь, что движение как работа, и у каждого движения свой закон. Проносится платформа столбовая, та дорога столбовая не нова. Я гляжу в окно и напеваю, только вспомню я и сразу забываю, забываю. И мотив тут, и слова. А везет какой-то парень по вагону на тележке двухколесной потихоньку. Он везет его, конечно, для фасону. Заводить тут потихоньку уж нет резону. Да и что тут заводиться не резон. Лада, лада. Патефон, ах, довоенная машина, ах, стальная рукоятка, посмотри. Ты, пожалуйста, машина, расскажи нам, как же быть, коль не заводится пружина, та пружина, что находится внутри. Только вспомню я и сразу забываю, забываю и мотив тут, и слова. Я гляжу в окно и напеваю, вот проносится платформа столбовая, та дорога столбовая не нова. От того лишь, что движение как работа, и у каждого движения свой закон. Ни о чем мне думать неохота, а до станции Шарапова охота. Бесконечный, бесконечный перегон. Лада, 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 лада.